Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Температура будет понижаться до 8-13 в ночные часы с минусом. И днем тоже отрицательно будет минус 3, минус 8 градусов. В ближайшие дни осадков особых не ожидается. Так небольшой, может быть, снежок, но в целом без осадков. Но где-то вот в 4-5 дневки после 20 числа там вероятно перемещение через Урал циклона со снегом. Поэтому будем надеяться, что вот тогда уже снежный покров более надежный ляжет. Хотя особых морозов не ожидается, температура будет около и даже несколько выше нормы, но тем не менее она будет на отрицательных отметках и зимний режим погоды в целом удержится.